Всем привет, бандиты! С вами Осич, это третий тур, и мы с вами на самом последнем месте в группе. Но благодаря вашей поддержке мы можем взять и доказать, что мы можем занять с последнего места первое и выйти с группы еще, причем, когда в нас не верит никто. Так что, ребята, с вас лайки, подписки, погнали! Let's go! Так, кажется, настроил. Добрый день, спонсоры! Да, сегодня, к сожалению, Сергея Сергеевича не будет. Я не понял, кого ты дуришь? По ту сторону экрана, я тут! Да Сергей Сергеевич, у нас контракт с букмекерами, мы уже почти все доделали. Осталось чуть-чуть подписать бумаги. Я лицо этого клуба. Я Сой Хунмина за ручку в детский сад водил. Я с Ананой на шоколадную фабрику ходил. Правда, он в фонтан упал. Так, у него 82, 92, 91. У нас, в принципе, нападение Дика, у него почему-то слабое нападение. Но у него слабое нападение, потому что прошлый матч он выиграл, оказывается. Что я узнал только после окончания первого матча. Ну, то есть, когда мы сейчас делаем переигровку. И вот, оказывается, он выиграл соперника Вареста в доп. Времени. И за счет этого у него нападающий Муриэль 79-й. Ну и, в принципе, Рибери у него на ЛЭшнике. Вот, у нас Део Лафео, и мы должны сейчас обыграть просто. Перехватываем. Он сейчас вот навес, да? Он гей. Нет, не гей. Ладно. Так, Беллингем, продолжаем. Сон Хён Мин, погнали. Помчали, Део Лафео, навес на Део Лафео. Что-то я поверил в эту звезду. Ах, не получилось, почти. Так, погнали. Бисли по левому флангу, прорывается наш быстрый скоростной игрок. Беги, дорогой, беги. И навесами мы не занимаемся. Аккуратненько обыгрываем и пробуем дальний удар и... Ах, как это опасно было. Я уже поверил, что мы забили в правый угол. Перехватываем, Бисли, Рабьет, погнал, дорогушка моя. 1.91 игрока, просто машина для убийств. Пас на Сун Хюнмина, ах, не получилось. Второй опасный момент в первом тайме. Так, перехватываем, опять соперник совершает какие-то ошибки. Сун Хюнмин, оп, Зидана, Биллингем, давай, пробуем. Биллингем, забиваем! На 45-й минуте с дополнительным времени мы забиваем, и он ложится вот так вот симпатично и красиво. Биллингем, смотрите, какую красоту Сун Хюнмин сделал. Все-таки человек стоит 40 миллионов монет, он делает красоту. Биллингем просто не так сильно ударил, вратарь ничего не оставалось сделать, и мы забиваем. Дело Фейл тоже радостный, 4-й номер игрока. Конец первого тайма, я думаю, сейчас на этом будет, верно? Я не буду рекламировать букмекеров. Я честный, порядочный человек. Я свое имя не на помойке и нашел. Так, а что это такое? Что это такое? Вот. Один икс б. Я слышу ошибку, нет, Бруно Фернандес, какой хороший подкат, Замброта, что он за замечательную, и начинается контратака наша, Де Ла Фео, какая красотулечка, корейский игрок забивает Сон Хён Мин, и он доказывает, что он имеет право играть в нашем составе. Эта звездочка прямиком из Южной Кореи забивает и делает счет 2-0. Какую красоту он заложил вратарю Мануэлю Нойру, не оставалось шансов, при этом вообще никаких. Сун Хён Мин отличился в этом матче, и вот теперь опять, что это? Что? Ана-на, какую красоту сделал. И начинается наша контратака, Бобер Чарта, Беллингем, Чарльтон, на ход, к Сону. Ах, слишком, надо было не спыра, какую я гадость сделал, какую гадость, смогли на 3-0 идти. Диаби, Чарльтон, Чарльтон, просто имя не помню. Сон, налево, Рабьет. Все, закончится матч, 2-0, мы победили. А это наша победа означает, что мы уже не последнее место в этом турнире. Ворост играет против Рейсфуда. Если Рейсфуд побеждает, мы становимся на второе с вами место. Если побеждает Ворост, то тогда мы на третьем месте, ну или по разнице мячей. Надеюсь, он проиграет. Если 5 мячей, то тогда мы будем на втором месте. Поэтому посмотрим. Всем спасибо, мои дорогие зрители. Обнял, поднял. До новых встреч. Всем хорошего Нового года.